Илья Абрамович, здравствуйте. Да, в чем дело? Спешим вас обрадовать. Наш ЖЭК привел вам бесплатного беженца из Украины. Новый указ Путина вышел. Все, кто один прописан в своей квартире, получают бесплатного украинского беженца. Слушайте, а у вас там нет какого-нибудь другого? Мне этот бич вообще не нравится. Есть у вас какой-нибудь беженка с Украины? Это было бы... очень даже. Вы уже понимаете, что большинство беженок сами смогли устроиться. К тому же, тех, что остались, мы раздали ветеранам Великой Отечественной и другим достойным личностям. Поэтому вам вот этот вот Микола. Так что распишитесь за получение. Ладно, давайте. Тихо. А что это такое? Это домофон. А что это такое? Квитанция какая-то. А что это такое? Дверь, у вас что там, дверей нет? А что это такое? Это нос, я им нюхаю кокаин. Ну ладно, садись, не знаю. Что там такое? Там компьютер стоит, ты никогда не... А можно? Нет, я не дам тебе компьютер использовать. Если ты его в первый раз видишь, то это точно плохая идея. Маскай. На тебе книгу. Отличное развлечение, почитаешь. Да кто ж маскальская мова? Я ж... Ты читать не умеешь? Деревянную... столешницу. Потом взяла у Лети... Заткнись. Что это такое? Пошли жрать. Так, ну у меня особо нет ничего. Вот Сникерс. Не-не-не, це москальская, не. Может, KFC там, курочка? Нет, це пиндоска, нет. Что ты ешь вообще? Сало. Сейчас посмотрю. Да дай! На! Свинья, кто такой? Клятий москай! Клятий москай! Будем учиться, держи. Держи, это вилка. Вилка, втыкаешь в сало, вот это в другую руку, отрезай кусок, втыкаешь, отрезаешь кусочек, срезаешь себе, вот, отрезал уже, кушай, понял как есть? Все, ешь. Ах ты свинья, все-таки руками ел. Руками ел все-таки. Все, придется тебе жизни учить, придется тебя всему учить. Москаль! Так, Микола, русский алфавит – это буква А. А. Б. Б. В. В. Г. 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 Ты говоришь Г, это Г. Так так и говорю! Ну что ж, Микола, сегодня у нас с тобой, можно сказать, выпускной экзамен. Я научил тебя практически всему, что умел. Прочти это предложение. Девочка держала в руках складной нож с роговой рукояткой, лезвие было спрятано. Ты молодец. Наконец-то я горжусь тобой. Я научил тебя всему, что тебе нужно. Жрать, срать,
Ну и читать книги, если тебе это пригодится. Больше тебе ничего не нужно, я могу тебя отпустить с чистой совестью. Только дам тебе немножко денег в дорожку из своей заначки. Эй, а где... А... Из человека можно сделать хохла, но сделать из хохла человека никогда. Фридрих Ницше, 1890 год.